Никит, расскажи, как тебе Ставрополь, как тебе город? Красивый город, мне понравилось. Хорошо гуляем сейчас. Как тебе поездка в целом? Перелет? Перелет мне оказался тяжелым, но сейчас вроде поспал, отдохнул, все нормально. Часто приходится летать на такие длинные расстояния? Да нет, редко. В Ставрополь это твой первый выезд или ты выезжал за пределы своего региона на игры? Выезжал в Сочи, в Крымск, во многие города. Сравни в сравнении с Ставрополем, как тебе? Вполне нормально. Ставрополь красивый город, Крымск особо не гуляли. В Сочи тоже красиво было, ну, в Ставрополе пока что будет получше. К завтрашней предыгровой тренировке готов? Конечно. Красавчик.